вот такое синее пластмассовое безжизненное пятно. И я ее решила задекорировать. Напиливаем тонкие ламели. Так поступаем с каждой ламелью. Ламели наши готовы, теперь необходимо их покрасить. Вот таким вот образом. Монтируем их по кругу, соединяем с помощью джута, намечаем линию отреза рельеф. Рейки собрали, связали. Осталось перевязать бочку канатом. Посмотрите, какая красота получилась.